Мне кажется, было бы прикольно, если бы такие роллы подавали в какой-нибудь Якитории или Тануки. Борис Панк. Пусть будет зеленый. Я, конечно, хотел сделать коричневым. Всем привет, друзья Мурмяо. Я котенок Лайк, и сегодня у нас суши челлендж с Бенди и Волком Борисом. Сейчас мы выберем, во что мы будем заворачивать наши роллы. И давайте добавим начинки. Что у нас любит Бенди? Наверное, он любит какое-нибудь мясо и рыбку. Я не знаю, хотя он, конечно, обожает чернила. Он же чернильный монстр. Но посмотрим, чернил у нас нету. А, есть шоколад. Ну, давайте угостим его шоколадом, друзья. Отлично, давайте продолжим. Пишите в комментариях, кто любит суши. И ставьте, пожалуйста, лайки котенку Лайка. Я буду вам очень благодарен, друзья. Ну что ж, смотрите, какой огромный ролл у нас получился. Давайте поделим его на кучу частей. Есть, вот это да, вот это ролл. Тут один Бенди не справится. Давайте замажем, это что у нас, майонез? А, это молоко. Нет, ребята, молоко нам не подходит. Давайте что-то побольше. Это что, сливки? Во! Это прям шикардосно, смотри, все замазываем. И сейчас будет супер деликатес. Мне кажется, я отличный суши-мастер. Как ты думаешь? Теперь возьмем шоколад. Скорее всего, им лучше всего рисовать, но почему-то мы взяли чернику. Так, как у нас рисуется Бенди? Давай вспомним. У него есть рога и огромная голова. Он же прикольный мультяшный Бенди. Так, подожди. Я не хочу ничего брать. Я хочу дорисовать нашего Бендика. Такой звук. Как будто кто-то что-то выжимает. Есть, 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 есть. Давай закрасим. Давай сделаем красивого Бенди. Чтобы он был самым крутым и как живым. Я надеюсь, ему понравятся наши суши. Наш супер крутой большой ролл, как ты думаешь? Пиши в комментариях, хорошо ли у меня получается рисовать Бенди или не очень. Мне кажется, конечно, так себе художник я. Но все с чего-то начинают. Отлично. Мне кажется, было бы прикольно, если бы такие роллы подавали в какой-нибудь Якитории или Тануки, или тому подобное. Ну что ж, мы нарисовали глаза, голову, и теперь нам надо нарисовать рот. Вот так вот, смотри, вот это Бенди. Давай бантик еще ему нарисуем. У него же есть бантик. Ну смотри, нам вот эта вот штука не дает его нарисовать, но сейчас мы смогли это сделать. Слушай, ну похоже, мне кажется, очень даже. Ну что ж, давай посмотрим, понравится ли наш Бенди нашему дегустатору. Я уже заговариваюсь, мяу. Подожди, а почему никто не попробовал? А, вот, вот оно идет. Я уже хотел переключить, но наш ролл едет и блестит. Смотри к этому пингвину. Ой, я боюсь, пингвину-то как раз не понравится это. Он не особый любитель шоколада, хотя шоколад любят все. Не, смотри, он довольный, довольный, да. Он пляшет, танцует и машет своими ластами. А это обезьяна. Что ж, обезьяна, для тебя у нас есть волк Борис. Хотя это даже горилла какая-то. Ну что ж, давай-ка выберем вот такую вот штуку. Обезьянка вроде хотела вот рыбку. По-моему, это немножко авокадиков. И отлично, отлично, у нас все получается. Заворачиваем и смотрим, что у нас сейчас получится. Опять супер гигантский ролл. Смотри, давай поделим его. Мяу. Круто. И давай посмотрим, чем бы нам снова залить. Давай снова сливками, они белые. Они широкие, и они лучше всего подходят нам сюда. Отлично. Надеюсь, у нас получится Борис не хуже, чем Бенди. Чтобы он на нас не обиделся. Берем шоколад. Можно, кстати, будет взять какие-нибудь дольки, что-нибудь использовать. Давай нарисуем нос Бориса. Да, у него такой прикольный нос. Но, скорее всего, я оставил мало места для ушей, поэтому давай замажем этот нос и нарисуем еще раз.
пониже. Вот здесь вот будет самое то. Так. Рисуем глаза. Глаза у Бориса такие же, как у Бенди. Видимо, их рисовал один и тот же художник. Поэтому я думаю, они похожи. Есть. А теперь... Так, подожди, я хочу... Воу, зеленая. А, я не знаю, пусть у нас будет Борис Панк. Пусть будет зеленый. Я, конечно, хотел сделать коричневую. Но почему-то взялась этот вот цвет этот, я не знаю, что это такое. А, это киви, слушай, ну я люблю киви. А теперь у нас шоколад. Ну, какой-то у нас цветной смешной Борис. И уши. Естественно, у Бориса есть большие уши. Вот такой вот прикольный Борис у нас выходит. Я даже не знаю, что здесь. Не дать, не взять, не добавить, мне кажется. Давай, может, черники ему добавим. Вот так вот. Вот так вот прикольно. И давай посмотрим, что скажут наши супер-дегустаторы. Эй, проверяйте. Сейчас, обезьянка. О, ничего себе, горилла какая довольная. Смотри, ей точно понравится наш цветной Борис. Борис Панк. Вау, ну пожалуйста, пожалуйста, я надеюсь, тебе понравится. Ну-ка, ну-ка, серьезно. Есть, смотри, обезьяна влюбилась в нашу еду. Что-то я заговариваюсь, потому что сам захотел покушать суши. Ну что ж, друг, я надеюсь, тебе понравилось это видео. Ставь, пожалуйста, лайки, котенку лайку. Подписывайся на мой канал обязательно и на мою группу ВКонтакте, а также на мой второй канал. Все ссылки в описании. Всем приятного аппетита, всем до скорых встреч, с наступающим, мур-мяу, пока!